Фигер ты имеешь в виду, да? Ну, конечно. Ну, опять шем собрать и съебаться нахуй. Да, опять соберу шем и продам аккаунт нахуй. Долго же ты с пугами будешь собирать. Ладно. 25 обычки. Я не продавал нахуй палку, у меня лог до сих пор на X2 висит. Я рогу нахуй продал. Кто не там ебёт? Швепс, это тактику на Джайну знаешь? Конечно. Расскажи быстренько. Прям сейчас что там делать примерно. Ну все просто. Погнали. Да, давай. Бьешь, не получаешь урон, бьешь, все. А, все, понял. Танки танчат, хилы хилят, дд дамажат, ебать. Можно просто пойти выпрыгнуть нахуй с края, Джайна убьется сама по себе. Так нет, она классическая, просто. Не получаешь урон, вносишь урон, все. Я понял. Все ПВЕ это настолько элементарно, что хуй знает. Вот так прям, да, не получаешь как урон. Как можно тупить? Ну, я понял, короче, у нас Швепс первый лутает минус ЕП на Джайне. Я ни разу не умираю на Джайне, если это не вайп. Мне кажется, ты пиздишь. Там умирает. Нет. А пруфы имеются у тебя? Мы ее 3 месяца траили, хотели ФК забрать на X2. Ну, нахуй, Джайна. Но она там была пиздец просто. Меня опять убили, нахуй. Я не могу уже в этом мафлике, нахуй. Никто гром не держит. Сначала же ее без Т5, да, ебашили? Да, 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 без конечно. Т5, конечно. Ты ее там убили, две гильдии, по-моему, без Т5-го. Кит, я случайно занитила. Асгарды хуй сосали на Джайне. Не верю. Верю. Так они же ФК ее забрали. Нет, ФК забрали Джоки. А, разве? Да, так, когда были сейчас... Джоки, это было сильнее гильда, чем Асгарды. Ну, вот этих жуков убьете, ресните два тела. Я имел в хантальце. Север ресу. Хотя нахуй это делаю. Отмени меня, королева ресует. Сука, королева не успела. Так она хасту не тарит. Да, Юль? Понял. Она сама по себе собирается. А сколько почему ты мне говорила, что глаз Мактеридона пизже, чем... Я не говорила, что пизже. Ты сказала, что тебе больше нравится. Ну да. Так ну, нет. Ты... Он же чего? Даже... Чем Солей? Даже... Ну да, да. Так он же намного лучше, 1.5 раза. Я не понимаю, у вас что, блядь? Нет, Солей. Проблема отойти, нет. Вот вы сдохли, зачем? 3 FPS, в этом проблема, 3 FPS. Так из центра надо выбежать было, блядь. 3 FPS, блядь. Не предлагаешь с двумя салайсами бегать? Не-не-не-не, я про ХМ же спрашивал. Так я и бегаю с салайсом. Это я тебя линковал в ПМ. КМ салайс и глаз Мактеридона. Ты сказала, ну, глазик попизжи, типа, для меня. Я такой думаю, да. Ну ладно. Нет, нет, я думала то, что ты мне предлагаешь с двумя солейсами, я сказала, что глаз лучше, чем два солейса. Ну, типа, чем солейс. Солейс это что за хуйня вообще? Утешение. А, это вы про ДЦ говорите? Угу. А там же его нерфанули, я вообще не понимаю, нахуя да, это сделали. Да, там они все нерфанули. Не ебанутые, что ли? Другой. Это же было такой, ну, блядь, трини, нахуй их трогать вообще на хилу. Так он и так... Не-не-не, на самом деле ебанутые три. Резайте, сука, все, кто может резать. Хули вы стоите? Я валентайма резу. Нет, я уже его резаю. Я его уже резаю. Ну и что, я значит, никого не резаю. Не стойте нахуй, резайте людей, блядь. Нет, нет, нельзя у нас бое ролить. Кто боешку забрал? Колечко забрал. Хуй знает, да, Кристи? Отдай в трейд Мирами, сейчас его резнут. И мне, он мертвый, дай мне сюда. Я резнул, он должен встать уже. Королеве, дай трейд. Я сзади стою в фиолетовом платье. Ну что, он отошел? Фиолетовое платье. Знаешь, что есть невидимая броня, Юль? Я в невидимой броне вся. Голая, что ли? В одном платье. Понятно, короче. Сейчас я посмотрю на тебя. Ну-ка, Юлька, расчехляй там. А, реально круто. Круто. На стрим пацанам закинем. Порадуется хоть. Это хулик, это порно. Я не знаю, это самый красивый трансмог, самый элегантный. Это ой. Я собирал. Боже, что так много боешек сегодня? Я короче, платье. Еще раз резаю. На аукционе. Да, этот, на аукционе я взяла декоративный, там что-то 1008 оно что ли стоило. 10. Да, это я собирал такой.
Ночнушка. Это вечернее коктейльное платье. Я этих платьев накупила. На самом деле очень дорого стоят для декоративных предметов. Типа я только 1050-60 спустила на эти платья. Я знаю, на что я спущу 300. А ты что хотела? Кельвин Клейн дорого нынче. Кельвин Клейн трусы делают. А, точно. Ну ладно, Гуччи. Гуччи. Именно через... Нет, Дримич, спасибо, кстати, за бдительность, но это не я решаю. Типа я в банк положу, а там уж копируха решит. Тебя? Угу. Королева, у тебя есть Кельвин Клейн трусы? Они в попку. Нет, я же сказала, у меня броня невидимая. У меня по платье ничего нет. Не, да я в реале имею в виду. Кельвин Клейн трусы есть? Отвратительные вопросы, я считаю. Почему? Потому что они провокационные, как минимум. Ладно. У меня нету. Не, ну слушай, наличие трусов на самом деле нормально. Это не тема для обсуждения, нет. Ну, наверное, да. Между собой обсуждайте. С кем? С Бебой? Так мы так... Ну или с ним. Беба сказал, у него нет. Бля, ты сбоченец. Бля, нога сижу, нахуй, трусы в жопу. Ненавижу, нахуй. Кельвин Клейн. Почему боешки ролите? Помедленнее, я записываю. Алло, ребята, почему вы боешки ролите? Боешки, она ровно гильдию. Королева, забери. Да, колечко забрала, там друид должен быть, да. Зачем вы ролите боешки, объясните? Ну, потому что, видимо, нехуй делать им. Ну, кто-то одну боешку заролит, получите минус ЕП. Да не, за роли-то понятно, может там человек ошибся, а главное, чтобы отдали, блять, вот и все. Если не отдадут, то понятно, что минус. Это перелив голды называется. Это какая-то высшая математика, наверное, да? Да. Кит, он тебе боешку отдает, да, в таргете держит? Так он тебя не знает. Меня? Ну да. Кто? Ты хочешь его обмануть? Кого? Забрать у него боешку. Нет. Ты же говоришь, что на ДЦ все идет. Вот хочешь танковское кольцо. Кольцо-то я забрала. Ебать, на плюс 200 нахуй беру. Блять, мы все равно не успеем его до посадки. Да плюс 200, бля. А в первом рейде я подаю дополнительное. Но мы не успели, кстати. Но тут мы 100% не успели. Под север нахуй не дамажит. Минус ему, блядь. Какой нахуй дамаг на Африке без экзекутки? Отъебись! Даже в рекаунте не вижу, блядь, пиздец. Ой, блядь, суки. Бать спейси трахает, блядь. Где север, блядь? Боешку, Никит? И целка бесплатно идет. Чё-то маловато, 1600. Так и живем. Да пропало, холи. Ну и что, где там дэмэдж, свипс? А? Чё? Где там? Не вижу тебя в рекаунте, блядь. Ну, вообще-то видно меня в рекаунте. Не вижу. Ну, значит, ты слепой. Что ты как-то низко сидишь. Ладно, сейчас покажешь, гость. Нет, на синдре не покажу. Как? Ну, Африк не домашний, Синдри. Давайте, кто на конях, тот быстро едет, и мать. А зачем он нужен, если он на Синдри не домашний? Я спекнусь. На Дестрик дамажит. Дестрик тоже дамажит. Может зарубитесь на ИП, блядь. На минус ИП. Со Швепсом? Угу. Спасибо за боб, кстати. Чё, да мне так-то пуху, у меня и по сторонам. Ну я про это говорю. Какая-то скайна Милана получается. Нет, просто не надо было нидить, вот типа в чем дело. Типа тут сидят офицеры, отказываются от лута, а типа остальные роли. Хуя не порядок. Бля, а как офицера получить в гильдии Tomorrow Sunday? Через Паскель. Через королеву. Надо, короче, ШМ задонить.
30к дать в Сурка. Собрать 3 спека, как у Войда. Так Войд вроде не офицер. Я говорю, как у Войда, блять. Правда, что офицеры рэп читают? Не. У них есть там какая-то конференция, там не очень понятная. Там что-то связано с чернокожими расами. Уилл Смит? Но он рэп читает, да? Нет, но он ебальник бьет за свою жену, вот этот мужчина. Ну-ка, давайте, не уроним. Да, вот недавно. Не уроним. Хорош. Вот это, блядь, Что? Налево ко мне. К тебе всегда, идите пожалуйста. Направо. Налево это вот здесь, да? Пах-вах-вах. А что тут, Юля? Дай банку с ГБ. Батя, она ему 10 фласов дала. Я слева стою. Что ты врёшь? Что ты врёшь, Биба? Биба, что ты врёшь? Ну-ка, заходим на стрим, там спина Юли, короче, зацениваем. Ебать, трансмут, конечно. Биба, ты обманываешь? Подходите за АПИ с аппаратом, дерьмач. Ебать, что у тебя руки растопырены? Кто это бегает, блядь? Лол, нахуй. Да хули ты в камеру лезешь? Ну ебать. Крейзи. А кто это такой вообще? Челик с руками растопыренными. Ебать, хуйнина призывали, сука, хуй поснимаешь. Видео 18+. У меня бы саппорт, у меня есть такие. Ребята, кому еще фласочку на СПД? Можно уже пить? Да хуй знает, Никитушка, мандир. Я уже выпил фласочки тиковые. Можно присобафировать номерами? А ты от меня, ты что хочешь? Я по другим фласкам. Никиты... Милишный и Сапрот. Я по девочковым фласкам. Где это было по девочковые дела? А, на Афе, ивент, точно. На Пандарии. Бывало, мне кажется, если что, мы выносим метка в метку. О, вот это череп, правильно. Череп, крест и так далее. Какие-то мне 30 секунд нужно сейчас. На третьей фазе там первую метку печенька, потом ромб, печенька, нет, два раза ромб. Верно? Потому что вы долбоебы и не скидываете стаки. У нас постоянно кто-то да умирает. Печенька только в критических ситуациях. Это первый ромб, потом печенька, да? Минус ИП. Что, вдруг? Если вы думаете, что меня ждут? Ни разу не ходил. То нет, не меня. Нет, не имею какого. Валяй.
Притяжка сейчас будет. Дики, Валентайн, Коби, Твикс, Масси. Ой, блядь. Хуя? Кто в центре, тот не в свою побежал. Вот так в центре никого не было. О, это. Разбивай. Ковер, я не настолько сильный, я не могу пока этим заниматься. Метка в метку. Ну, Хан, Бэс, Дики, Валентайн, Мася. О, опять за пиздец близко падает. Да. Охуеть. Как вы по-ближнему играете, милики? Чего вы вообще их не бьете? Опять блядь? Близко падает. Когда падает третья, там по 200 тысяч должен быть максимум. Уж по 100. Давайте быстрее. Мася, Берняк. Тяжко. Хоть сейчас нормально вынести, пожалуйста. Алканфел, Сонжи, Валентайн, Фир, Ретро. Охуеть. Правый больше бейте. Ближнюю. Чё милики-то не бьют? Разбить.
Реслин? Ромб. Ромб, ромб, ромб. Ромб. Если кто-то морозится, он дебил, блядь. Алканшелла стоит. Ты вообще кончен на своем баре. Бога туда же. Беги, малышка, беги. Отойдите, отойдите, не разбивайте глыбу. Войт в это, в печенье. Что ли? Ну пизда, вы че вообще больны? На хп этот бест прочитай быстрее, на хп бест. Читаю. Куда? Фильм в сторону куда-то, куда-то в сторону, бля, пожалуй. Глыбы бейте, сука, хилы в глыбах. Спасибо, Ромб. Мне кажется это. Сейчас притяжка. Перед печенькой. Нет, вром, 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 похуй. Притяжка. Ушли. Далее, ромб. Дикий, дай инер повойду. Дикий БР, не фира. Ты словил три глыбы подряд, у тебя еще есть вопросы какие-то? То есть ты считаешь, что я не прав, да. Ты молодец, ты хорошо отыграл. Глыбы быстрее бейте, там дерьми. Разбейте, и следующая под притяжку будет. Спейси в ромб. Блять, дерьминч. Ее тоже надо бить. Давайте быстрее, задохнется. Ковер бэрнишь сразу же, отошли притяжка. Блять, ВРБ. Гера в сторону. Юля, дай зубы повойду. Че? Все уже. В сторону солнца. Реслин, массакру или дермич, Т4 жмите. Ты в глыбе или чё? Не-не, там... освобождёнка пока, да. Читани на хп гейм напоследок. Тоже. Под, пиздец. Надеюсь, добьют. А да? Блять, вот просто с костылями. У меня возник вопрос. Коби, мема, вы нахуя глыбу убили, которую в сторону сказали выносить-то? Суета, можешь сказать кое-что? Привычки. Вот, посмотри, где труп мой. Я вот рядом с ромбом лежу. Вот в ромбе была глыба. Ну, их было две, но типа одну разбили, я за вторую забежал. Почему я умер от обжигающего? Глыбы не спасают от обжигающего, урон проходит. А, да. То есть только рендж, да? Да-да, только да. Сорнито отказываемся, да? Да, отказываемся. Но все равно его не заберете, можете жать что угодно. Вы встанете, хули я вас да, слезаю? Да-да-да, встанем нормально. Все правильно.
приветствуем. Вы там на лече с Локом есть кто-то? Может, умнёте? А то Валик ждать еще. Не спульте, Валик, кто на мост идет. Он как раз летит. Стой, не беги, сейчас она еще вернется. Стой, стой, стой. Я что-то не понимаю, я не могу понять, где сдать квест Виклик. Все, пошли. Виклик дал ранее. О, суманули. Блять, надеюсь, ты не сомневаешься. В плане целкашный. Целкашный? Там же где брал? Возле входа. Я, у меня нету его. Ну нету и все, похуй. Нету и все, нет проблем. Больно. Нет, квест, нет проблем. Ну что, лич хоть повеселее, лужа в центре, все дела. Да, ребят, короче, ковер. Давай, согласно плану. Да этот алкаш бы сам в этом осквернении умрет. А что за план? А, он это понял. Ковер обычно бегает, спамит осквернений на мне в тот момент, когда на нем нет осквернений. И сколько раз мы в ХМ-ке вайпались. Это печально, конечно. Ну, так. Вы просто слабые, не видите этого. Да. Вообще, нахуй. Не, ну первые разы это пиздец пугало, нахуй. Вот рядом с тобой чел пишет осквернение на мне и бежит за тобой до талого, блядь. Я всегда смотрю на ник ДБМ, который анонсит, и думаю, где этот челик находится, и все. Ну или ДБМ черепок же вроде вешает, а он на себя да, черепок да, не да. повешает. Угу. Не повешает, ты уверен в этом? Ебать, ассиста заберите в дела. Пока я ему не даю, типа вы не узнаете, когда на нем будет ассист. А, вот оно что. Ебать ты вы там вычитаете, что это за хуйня? Пиздец. Ну так от обжигающего умер, холю. Ну я в самом конце умер. 20 секунд до того, как начали все остальные отваливаться. Ой. Все знают, что тут делать, никому нихуя не надо объяснять, надеюсь. Да. Духов не откидывать. Их ловят там маги, ШП, кто угодно, но их не откидывают, не рутают, нихуя не делают. Ковер ты исключение, я знаю, что ты делаешь, блядь. Милхан за глыбу. Знаешь, вижу, какой хуйней ты занимаешься на Last Fight, что думаешь? А, ну да. Это которая падает на взлетке. Ты поймал. Сверху вот туда не дала. Чё, нет? Ай. Ебать, я смотрю, вот эта тварь Коби не дроу. Ебать, он полутал там, нахуй, с нихуя себе. Каждую, блядь. Еле выбрался из этого дрона. По сравнению вопрос есть, вот из мели за спину, да, босса, получается? Ну, то есть, к лицу, за лицо босса. Не. Я говорю, осквернение это, разбежались, вы выбегаете, желательно в половине за спиной лича, на железный ободок. Если на вас осквернение, вы бежите на край. Если на вас нет осквернения, вы бежите в центр. Все просто. Не надо убегать под ебало лича. В половине, которая, ну, за спиной. Надеюсь, вы меня поняли. Если нет, я могу меток нахуярить и будете учиться. Ну шо, Тиренос? Мне второй раз ЕП сняли, ё-моё. Глыбу словил? А или кто, блядь, спросил? Какую глыбу? Акихира, я сдох просто из-за того, что глыбу в жопу вынесли. Её вынесли два раза подряд в центр. Ну никто, кроме тебя, не полутал, бля. Ебать совпадение, прикинь? Или повезло, да, это... 19 людям. 19 людям повезло, а тебе это...
не повезло, он лаки. Хуёво сыграли глыбы. Так ты. Да забейте прожарить. Хуй, давайте босса бить в пизду, нахуй, потом попиздите. Да. А то, бля, сейчас лич еще выпанемся, нахуй. Плюнь. Не буду оплевать, некрасиво. Ебать, смотри, что пишет. Подойди ближе, Лич. Поставить, подойдите под Лича, чтобы этот чума не скакал. Ладно, хуй с ним, рейд сдвинулись под Лича. Рейд под Дермича. Но почему ты не стоишь под лечом, блять? Один единственный. Чё за тактика такая? Какая? Под лечом. Вы не под лечом стоите? Точнее, в шаркаре, я имею в виду. А. Странно. Ну один танк, видишь? Где его ставить, блять? Не заходите под лицо сбоку, обойдите к краю. Блять, через лицо бегут, вы ебанутые. Сука! Меня пиздят. Мили, не подходить. Мили, не подходить. Да что за хуйня? Все на духе. Все, пошли. Дикий, дай по войду, Инор. Выведи. Ну все, сейчас все заценят мой транс. А-а-а. Ну-ка, стоп. Там, наверное, за всю хуйню ебашь. Стоп, подух. Гер. Ебать, как они хуйно летят. Вики. Валик бейте. Осквернение на край дермочты тоже. Север. С севера? Север. Кого там сирена? Что надо? Че, да? Это северок так лужу выносит топово. Вопрос Валик? С севера. Я нет, я не с севера. Вальк, я сквернение. Окей, ну не пишите, не дублируйте, пидорасы. Не бейте трусы, трусы не бейте, лок в трусах. РДД парам. Оскорнение. 4, 3, 2,
Валентайн. Я просто предупреждал заранее. РДД по печенью. 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Оскорнение, не забегайте в центр. Коби. Бля. Че ты, Юля? 3%. 2%. 1% у Лича. Подождите, притормозить немного, немного притормозить. 0.3, 0.2. Все уже переводить. Дамбаса. Эма на лед, вся хуйня там. Все есть, все есть. Гений. Получается. Где ебало? Где спина, нахуй. В комнату пойдет. Хочу в комнату. Сферы быстрее. Сферы слейте. Сферу, ну не идите. Духа сначала. Валентайм. Блять, что делать? Ёб твою мать. Кикнешь каст медведя, нихуя интересно. Макрос заюзай. Макрос там на осквернение заюзай в комнату, нормально будет. Осквернение по краям, через центр не бежать. Первый бест приступ МА. Твикс. Вся залеча. Блин, тут так круто, я хочу тут остаться. Сука, не убивай его, я буду вихреть по КД. Оскорнением после каста. Живи, дух хранитель. Алконфи. Залича. Блядь, он его уебал. Просто проебли на ровном месте, Адельчик. Где с эти дерьмич? Бэр дерьмич. Бабл таун. Не зыбку, давай сразу. Будет сразу после сразу духов. Ага, все, заеб... все нормально. Рерит. Залича. Твикс, у тебя есть тучка, чтобы поймать? Есть. Бэр не помню. Рибав по танку. А после духов. Мемон. Беста. Дики. Бэрил. Ковер от. Кого мне дали? Да, Майсия север. Вернение. После касты. Разбежались. Это был, блядь. Ну вот, после каста. Не ты! Ты тоже. Жатва секунда. Бест 300 мая. Спейси захи. Массакру дал.
Они летят все в лову. Понял. Ловить. Смотри. Блять. Там, короче, его пробило, духи летели. То ли тучка кончилась, какой-то дух ебанул, пол хп снес, и потом эта же два пошла, и там не успели. Да? Но под эту же твою массакру дал нормально. Не, сервис, короче. Ты меня дал, что ли? Я просто скажу, нахуй прыгнул, и смотрю, вроде на мне висит. Че висит? Если там, блядь, крысы, нахуй. Два их будет, я тебе сказал. Я тебя в рот ебал. Дермич, потому что не захилили жатву, а если не захилить жатву, то он ловит берсун. Век живи, век учись. Там, это, конечно, шитки, стычки шотает, но если, типа, успел незыбку прожать, то можно прохиливать. Можно, там... можно. Он, так. Мне кажется, не знал просто. А за замену дают ИП? Не, он-то не знал. Да, дадут ИП. Фул? О, ты же без КД остался, получается? Я без КД. Ну, я был готов уже принять КД. Мне сказали, иди нахуй. У тебя фирменная вот эта фраза, да, иди нахуй. Маленькому магу, ой, магу, роги закрыли. А что за маленький рог, чей-то кореш? Ририт вот этот вот. Ну я понял. Он уже большой. Он чей-то твин, да, я что-то забыл. Не знаю. Мейн. А, точно, Мейн, он говорил. Ебать. Ну шо там, два Метриоса? Два Аркуса. Бать, не победили. Ебать. Да ну нахуй. Лут говна просто. Хороший лут, хороший Аркус и посохи для некоторых. Угу. Там, по-моему, этот Зуламан рулит посох. Так, чё, кому там присылать? Кто даёт? Зуламана чуть-чуть хуже. По-моему, лучше, блядь. Нет. Дядька! Я прям сейчас говорю тебе, я сейчас одет, я сейчас уже смотрю по статам, нет. А-а-а. Но я всё равно сам посмотрю ещё. Прям... Ну-ка, какой? Там прям этот чуть-чуть лучше. Вот ну, этот. Ну, на 8 хосты, да, с ПДшки меньше. Но зато дырка, считай, дырка, мне кажется, скомпенсирует всю эту хуйню. Считай, что 35 СПД, это же лучше, нахуй. Не, я думаю, тот лучше. Зуламана. Ну, не знаю. Но правило работает на биспухе же, правильно? Я бы, кстати, пятерик за эту хуйту не давал. Вот это не бис, типа. Ну, не знаю там кто как, но я бы за десятку отдал. 5000. Мне похуй. Минимальная ставка. Либо продаю вендору. Ладно. Ну хуй с ним, офспек 2500. Ну, таковы правила. Дикит, я на мейн. Все он волын идет. Все, кто полутали за 10... Все, кто полутали за 10 фулл шмот с лича, нахуй радуются, сидят, ладошки потирают. Двоит с Метриосом, блядь. Правило говно. Не, ну на Метриос это не действует. Угу. Типа нет конкуренции. А, ну да. Но на эту хуйту тоже... Хотя вообще логично. Не, вообще логично, типа, а на что ему еще тратить, блядь, на печенье? На эту хуйту тоже конкуренции нет, вот на эту поебень, на Аркус. Это полная параша. Оно только Эрдрух и приз, остальным она, блядь, ну, поебень полная. Да. Мне на слаб. Мне кажется, Зуламана выигрывает чисто за СПДшки. Хоть там 15 разница СПД, блядь, но все равно, блядь, тот лучше. А это залупа. Ну хотя, типа, если нихуя нет, типа, бомжи-посох такой. Не, ну там три дырки, если не ошибаюсь. В Зуламане, да. Ну вот. Ну вот он рулит. Ну его еще выбивать надо. Ну, ничего страшного. С Геры, конечно, с ЛК будет этот хороший посох. Но опять же, Эрдрух и приз, блядь, два класса. Дримич. Я закину в ГБ, а там уже Кирюха будет решать, типа, что с этой боёшкой делать. Юля, это успех. Чё, я прочитала, да? Да, почти. Чё ты закинешь в ГБ?
кольцо. Какое? Ну, которое сролил вот этот вар, который морозился. Сролил кольцо с трэша и отдал мне. Я взяла его за яйки. Какое кольцо? Да, где? Лишнее. Танковское. Уже можно начинать ревновать? Нет. Нет повода. Валера ваха. А чё? Дай мне ЕП, я пошёл. Я не даю ЕП.